Ой! 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 Так, подождите. Окей, что? Ну промазал! Все, хватит. Я не понял, просто как мне спуститься-то? Ну алло! Алло, ты мне жопу обещал за сапки, я ему от так сразу отсосал. Минус сапки. Так он украинец. Поэтому... А, я ж, говорят, тут это украинцам подлизываю там жестко. Спасибо. Хотя ты тоже из Украины же, правильно? Геймпад ищи. Да где? Да нет, у меня геймпада. Я не могу на клавиатуре, что ли, это сделать. Я тоже украинка. Все. Ну все тогда получается. Ты новичок? Ну да. Ты за РФ играешь, что если за РФ? О, тихо! А где тут написано, что я играю за РФ? Чего вообще это взяли? Он стреляет, стреляет, собака. Тихо. Жопу в камеру и ты прощай. Да! Чё? Да ему вообще... Не-не, это... Жопу в камеру. Не-не-не, жопу в камеру не будет. Свою жопу давай. Сегодня в Ванкувере тоже снежно. Всех с Всемирным днем снега. Возможно, он последний в истории. Не. Если ядерка будет, там же ядерный пепел, все это хуйня, солнца не будет, и будет вечная зима. Ну, не вечная, но долгая. Поэтому, возможно, ядерная зима. Спасибо. Господи. Опа, мобики. Это украинцы. Да вы че? Чего вы это взяли вообще? Мне кажется, здесь ну, не те и не другие. Это просто нейтральные какие-то человечки в игре, машины и прочее. Что вы хуйню какую-то пишете? Там что-то вышел, короче, такую таким грозным голосом. Тип муравейник, петарду ему, винти. Знаешь, такие муравейники миллион. С той стороны монитора тебе залетит большой-большой член. Тихо. Твой маленький-маленький дыхальник. Десятилетняя ты. О, просто о, возьму, покручу. Тихо. Потом... Не надо. Осуждаю. Тихо. Осуждаю там любую физическую агрессию. Осуждаю. Не нажимай перезагрузить. А что делать-то? Куда нажим? А! А!
О, ну все. Там едет какая-то цари. Тихо. Все тут дрифтит. Чтоб ты отзыв 7 прочитал. Сраться, дайте просто поиграть. Чего вы думаете, какую-то? Ща инсульт словит. Кто в этом... Да еб... Это... Пиздец. Эта игра, вот она зрада, сегодня за РФ воюешь. Да где здесь написано-то, что это РФ? Вот дебил, в дерево врезался. Да, чё? А ты можешь в Сане в стиме глянуть? Нет. Ну сейчас гляну, окей. Нормально? Да, в смысле, зрада, я тут не вижу украинского флага. Что вы несете вообще? Это просто игра. Во, давайте сейчас к ним полетим. Черный коммент из Steam. Ладно, сейчас. Вот сюда еще. Да! О, машина взорвалась. Что там в Steam? Ну-ка. Вы сами очень положительные отзывы. Так вы же сами попросили в нее поиграть. Предложили мне. Отличная игра, прошел все миссии. Ребята, это очень хорошо, хочется больше миссий. Ну и че? Хо? Ты Карлсон. Кто? Я. Так и что дальше-то, я не понимаю, что в отзывах я должен был увидеть. Ну что сказать, очень прикольная задумка, ждем развития новых моделей дронов. Включая камикадзе и дроны с устройствами для сброса боеприпасов. Про управление пишут. Вот негативный отзыв, убрали в солдат в трусах. Ну и что дальше-то? Ладно, он не видит. Ну, ек, что я должен увидеть-то? Больные на голову. У меня, я не знаю, что еще. А, описание. Алексей, как пилот дронов в свое время, было у меня пару таких десяточков, так сказать, вылетов. Я тебе могу сказать, просто становись чисто над кабиной, чтобы корма была немножечко впереди. И все, ты попадаешь в люк, и экипаж просто тупо горит. Плавится там, шварчит. Вот и все. И все будет нормально. Игрушка, в принципе, на реализме, ну, с багами. На самом деле этих... Прикинь, что это не игра, а реал-тайм, и ты убиваешь настоящих людей. Слава Украине. Так, окей, это динамичная игра в жанре экшен... КСКС, а как у тебя успехи в зале? В жанре экшен, где игроки управляют боевым дроном с видом от первого лица. Задача — уничтожение техники врагов на войне, используя маневры и взрывные устройства. Прочитал описание только что. Я до сих пор не понимаю, при чем тут вообще Россия, Украина и так далее. И чего? Я тоже ничего не понимаю. Усатый муравейник, спасибо. Тошик, спасибо. Чат 110.
разработчик Зетник. Это где-то указано, написано, как я должен догадаться, кто там Зетник, Ватник, Зрадник и так далее. Да, что да? Где это написано-то, я не понимаю. Там американский БТР, и что? В Battlefield русские против американцев воюют. Там также можно разъебать американский танк. Получается, разработчики Battlefield зетники? Там же можно за русских играть, ебать американцев. Я что-то еще не понимаю. Вы или шизоиды, реально поехавшие, или что? Вы, откуда у вас вся эта информация? Я просто реально не понимаю. Про зетников. Сказали, прочитай описание, прочитал нихуя. Нет. Сказали, прочитай отзывы, прочитал нихуя. Нет. Ну вы реально какую-то шизу распространяете. Сами же при этом попросили мне в эту игру поиграть. Это просто игра, да, конченые. Сука. Там В слева на экране. Чего? Какой В? Где В? Нет никакого В. Хезуз! Это я в шоке. Гольно! Ладно. Не, я хотите, я могу ливнуть, если вас так беспокоит. Где тут В на экране? Так это вольтаж, это батарейка. 3,5,8 В. Вольт. Вольт. А еще смотрите, там дерево в форме В. Зетники. Ой, что за хуй? Крой рот, муравей, никуда им 100%.